Надо работать, а не ходить вот это делать, не делать это дело. Так они не хотят работать. Понимаете, что делать? Я не могу понять, вот на каком основании, да, приходят люди и снимают что-то здесь. На основании чего это все делается? Какое они имеют право это делать? Давайте, скажите, тогда мне, не ругаться здесь в коридоре, выйдем прием на туда. Сначала проведем. Нет, ну давайте там объясним. Документы друг другу показываем. Нет остановки. Мне не хочется разговаривать ни о чем. Хорошо, Сергей, я не хочу. Вы постарайтесь сделать, вот таких вещей не было у вас. Понимаете, в чем дело? Нас работа спасли подново. Понимаю, в чем дело. Вы постараетесь. Вы сейчас в какой-то учебном учреждении. Мы имеем на это право. Давайте в приемную выйдем, там покажете документы. Я понял, мы находимся у вас уже. Группы приехали. Ну, они. Можно у вас какой-нибудь представителя от администрации? Ну, от администрации больницы кто-то подошел сюда. Нам-то что тоже силу-то не применять же эти вещи, правильно? Мы пока еще не знаем на основании чего, какие у них полномочия, какие у вас. Мы тут как бы. Ну, давайте все-таки представитель администрации подойдет, чтобы как бы мы так несловесно решали вопрос. Угу. Они что, у вас состоят в вашем союзе? Да. Надо же. Нет, давайте я с вами, мне воззвание даете? Что? Воззвание даете свое, потому что у меня очень много дел. Нет, ну у вас много дел, у вас сотрудники, они будут работать с ковидными сейчас. Сотрудниками я займусь сама. Я тоже занимаюсь сотрудниками, девушки, на вашем уровне. Девушки, которые сотрудники. Подойдете завтра с утра. Нет, они сейчас с вами сейчас будут разговаривать, но они завтра будут разговаривать. Мы зайдем все вместе. Вы зайдите одна. Девочки, идите сюда. Вы одна зайдите, вам звание какое-то выдавали. Мы отказываемся для работы с ковидными, пока нас не обеспечат всем необходимым оборудованием, этим костюмами, печатками, масками. Обрабатывают, средствами всеми этими, оплачивают, чтобы у нас труд был оплачиваемый.